Привет, друзья. Продолжаем тему. В прошлый раз мы, точнее я, точил вот эту вот фиговинку. Думаю, многие догадались, что это такое и зачем оно надо. Если кто не понял, то смотрим видео дальше. Значит, имеется вот такая проблема. Вот такие тюбики и вот эти вот колпачки. Проблема в том, что они лопаются и содержимое вытекает. И заменить ничем другим нельзя, только таким колпачком. Резьба М9 шаг 1.25. Нигде больше не применяется. Значит, что? Значит, нужно сделать вот такой колпачок. Для этого нужно нарезать резьбу М9 шаг 1.25. Такой мячик у меня есть в наборе. Да, кстати, набор отличный. Я им пользуюсь уже много лет. Все нормально. Единственное, что сломался мячик М4. Его забыли закалить. Все остальное работает отлично. Есть такой мячик, но нарезать не получится, потому что нужно обрезать кончик. Видите, какой здесь заход. А обрезать не хотелось бы. Для этого пришлось сделать вот такой мячик. Сделал из углеродистой стали и немножко прикалил. Для пластика и цветных металлов пойдет. Я и раньше делал такие инструменты. Как-то раз однажды нужно было сделать деталь и нарезать резьбу М6 с мелким шагом. Поехал на базар, а там у мужичка были нормальные цены. Я у него много чего купил. А в этот раз он взвинтил в несколько раз. И такой мячик стоил 30 гривен. На то время это было дорого. Это было лет 8-10 назад. В то время мячик стоил от 3 до 5 гривен. Я не то чтобы пожлобился, просто из-за принципа не стал покупать. Поехал домой и за несколько минут смастерил и сделал нужную деталь. А тот мужичок до сих пор сидит, продает мячики и всем рассказывает, как хорошо лимонная кислота снимает ржавчину с инструментов. Значит, сейчас мы сделаем колпачок, сделаем из, я думаю, из фторопласта. Сейчас мы это зажмем в патрончик, торцанем, затем проточим. Нет, сначала торцанем, потом просверлим, нарежем резьбу, а потом проточим и отрежем. Накаточку делать не будем. Поехали. Вынимаем. Получилось очень даже неплохо. Такой мячик можно сделать из обычного болта. Также
как и плашку из обычной гайки. Но плашку сделать немножко сложнее. Теперь проверяем. И это откручиваем. И это накручиваем. Вроде мелочи, а приятно. Из-за таких мелочей у меня пропал здоровенный тюбик авиационного герметика. Лопнул колпачок, попал воздух, и содержимое затвердело. Пришлось выкинуть. Ну, как-то так. А на сегодня все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы. И до следующих видосов. Всем пока.